А вы когда-нибудь видели такое? У Шака есть крутая привычка. Когда он идет в магазин, он обязательно что-то покупает совершенно незнакомому человеку. Эй, у тебя есть велик? Нет. Тогда спроси у своей мамы, могу ли я тебе его купить. Давай за мной, пацан. Каждый раз, когда я иду в магазин, я покупаю что-то незнакомцам, и точка. Окей, выбирай велик, только давай шустро. Каждый день, когда я выхожу из дома, я должен кого-то осчастливить. Я просто не могу сдерживать это в себе. О, мангуст, у меня был такой, когда я был малой. Черт. Уверен? Хочешь такой? Отлично, мы его берем. Только запомни, пацан, больше никогда ничего не принимает незнакомцев. Вот такой он, Шакил О'Нил. Лайк здоровяку и подписывайся, ведь у меня еще много подобных историй.